сегодня смотрю, сколько народу на улице. Нет, я думаю, к нам даже никто не приходит и не навещает нас, потому что, да, не родственники, не друзья. И сами соблюдают праздник. Да. Выгрузили. Вот здесь был маленький, поменяли на большой, чтобы было удобно. Вот это хорошо, спасибо. Вчера нас принесли цветочки, очень порадовались. Если кто принимает, да. Даже если кто, некоторые хотели уйти к детям, но передумали. Из-за цветочки? Да. Будем знать. Это подкупило. Хорошо, ну мы по заработной плате, как ты говоришь, увеличили, там где-то даже, Марина Валерьевна мне подсказывает, где-то даже больше будет, чем в два раза. И сейчас мы еще прорабатываем, как быстро сделать, чтобы была страховка жизни врачей, ну, жизни здоровья врачей. Поэтому мы посмотрим, кто на передовой работает, в инфекционном отделении, все, кто вот, связан с таким опасным взаимодействием.